Анонс и точная дата выхода 166-й серии турецкого сериала «Доверенные». 166-я серия сериала выйдет в эфир 26 апреля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Зухаль в тюрьме смогла все организовать так, что Икбель похитили. После этого Икбель привезли в неизвестное помещение и стали сильно избивать. Зухаль все видела по видеозаписи, но не испытала от этого большого восторга. Икбель дали позвонить Яману, чтобы он приготовил деньги за нее. Она очень сильно напугана и со слезами просила заплатить необходимую сумму, или же эти люди ее убьют. Яман оказался в сложном положении, и больше всего он переживает за Зию. Ведь он очень сильно привязан к Икбель, и если с ней случится что-то плохое, то Зия этого не выдержит. Сихир находится рядом с Яманом и поддерживает его. Зия пытается выяснить у Ямана, где находится Икбель, и когда она вернется домой. Но пока у него нет хороших новостей. Зухаль сделала так, чтобы Икбель рассказала обо всем, что она сделала против Ямана. Так как Икбель оказалась в таком положении, то она вынуждена была это сделать. Все ее слова записали на камеру, и теперь Зухаль намерена использовать этот материал в свою пользу. Сокамерница поразилась такой жестокостью Зухаль, ведь Икбель ее сестра. Но Икбель сама всему научила Зухаль. Яману сообщили о том, что удалось установить местонахождение Икбель, и он сразу же отправился по данному адресу. Напомним, 166-я серия сериала выйдет в эфир 26 апреля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.